нам в квартиру заползла улитка. Откуда, неизвестно. Возможно, мы ее сами принесли вместе с луком с дачи. И вот она ползет по полу, по книжке, бумагу грызет, ползет потихоньку. Что делать с ней? На улицу вынести? Там мороз. Давай читать в интернете, как живут улитки, что едят, куда они с грядок зимой пропадают, может, в землю закапываются. А улитка тем временем ползет с остановками.